Oh, you gotta be kidding me. You're here looking for someone? Maybe some missing señorita? Christ! What's gonna happen to me? Sorry! Bad traffic! One combat job will come up into hunt again! Ready to die, Rookie. No. This time, it has to be different. Хоп, и добро пожаловать в игровую комнату. Продолжаем проходить Resident Evil 4 Remake. Да, остановились на 4 главе. Леон начинает кашлять кровью и теряет сознание, что то прячется в его теле, незаметно подтачивая его изнутри. Он должен найти Эшли, пока еще не поздно. Пока еще не поздно, я должен найти Эшли. А у меня, что там у меня, кстати-то... Патроны что-то там есть, но не что-то так не очень много. Винтовки только достаточно. 15, мать его, штук. 20. В отличие от всего остального, блин. Так. Единственное, что сокровище можно... А, я уже ту продал. А, ну все, да я запомнил. И вот это еще использовать ключик надо будет. Это камень. Каменные. Запертый ящичек. И сокровища внутри. Окей. Сейчас пойдем тут вот проверим. Потом здесь проверим. А потом по пути я вот сюда залечу. И вот этот вот ящичек открою. Так, ну окей, блин, патроны выпадать должны с этим сундучком, кейсом, простите. Брынь, поехали. Направо. И... Не, вон вот сюда. Хова. Ага. Вылезла ошибка. Шикарно. Ребята. Ошибка вылезла, и считайте, я практически все, что сейчас собирал, просрал. Тут не спрятаться нигде. Интересно, он меня тут сюда спалит или нет? Интересно просто. Как же, блин, я просрал все это. Увидел.
Надо была ошибка, чтобы вылетело. Ну я пробежу, нажимаю, сука. Сука. А, блин, не повезло. Все, замочил. Да. Светошумовая граната зато есть. Отлично. Еще бы, чтобы без ошибок было. Поспешил. А, ну нормально. Чё ты не горишь? А, неудачно. Все, готов. Блин. Кухонный нож. Взять. Как же тяжко-то. 6. О, патроны, хорошо. Для дробовика сколько там? 8-12, нормально. Значит, для пистолета надо заклепать себе.
Все, ты там не, не сдох еще, тварь. Все. Блин. Все. А, хрен с два. Как же плохо с патронами. Тут пистолетные патроны надо делать. Ага, вот и металлоломчик. Создать 15. Да, не густо. Тут вроде должен был кто-то сдохнуть. Но я не вижу этого. Ага, тут можно сбросить, навалятся твари. О, еще металлолом, отлично. Дробовик или патроны пистолету? Дробовик или патроны к пистолету? Еще 30 патронов. А, давайте к пистолету. 15. Так. Головоломка. Угу. И чё? А. Всплывают. А типа не три?
Угу. И тут тоже не то. Нет. Да чтоб тебя, да чё тут? Ну вот так вот и вот так вот. Нет. Тоже нет. Третья сразу же заканчивается. Может это поднимается сразу же. Видите как? Очень странно. Так. Статуя вон. Там может что-то было, я... Ага. И что это значит? Там еще что-то было. Трусы, короче говоря, или морда чья-то. Чья-то морда. Чья-то морда. Тут вроде нету ничего такого. Но я не вижу тут. Морда. Пускай будет морда. Какое-то лицо, типа, ну, типа там, жабье. Пепа, лицо Пепы. Морда Пепы. Морда Пепы. Вот здесь вот. Тут больше ничего такого не вижу. Вот, морда. Есть морда. Морда Пепы. Пепе. Потом вот это вот. Они должны рядом, что ли, быть. А ну-ка. Вот это вот. А нет, вот. Они вот рядом. То есть вот это вот. Правильно же, да? Они рядом, да. Ага, вот еще что-то. Воу-воу-воу, ты какого хрена взял, спрыгнул? Леон, в чем твоя проблема?
Я же не нажимал прыжок вниз. Я просто вперед шел. Но, видать, тоже считается за прыжок. Где оно? Вон оно. Ага, кольцо. Колечко, окей. Последовательность только непонятна, или без. Так, значит, вот это вот. По идее, вот это вот. И вот это вот. Ага, открылось. Голова еретика. Воу. Так, 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 я понял вас, мужики. Да-да, я понял вас. Сеста. Сеста. Все, до свидос. До свидания, мучачос грасиас. Спасибо вашей хате. Поеду к следующей хате. Тут рыбы не появились еще. Да, блин. Не вижу. Так, зато яички можно похавать. Так. Использовать. Так. Давайте. Несите мне золотые яички. Дамы и господа. Во-во-во-во. Да, правильно. Присела. Хорошо, молодец. Белое только, да? Блин, обычное. Ну ладно. Тоже сойдет. Конечно, коричневое получше. Так. Дамы, кто следующий? Давайте, не стесняемся. Присаживаемся. Мне нужны яички. Яички! Во, Аня показалась. Так, мне еще одно яйцо дозволено. Давайте, ребят. Дамы, давайте. Напрягите свои булки. Почему курица как петух? Вон же ж петух. Хотя мне какая разница, кто высадит яйцо. Петух или курица? Давайте, ребята, давайте. Поднапрягитесь. Так, там больше уж ничего нет. Тут больше ничего нет. А ну типа принесите сразу же. Сразу принесем все заодно. За один заход все принесем. Так, куда? Или на обратном пути возьму яйца. Да, походу яиц больше не будет. Какой хватит себя авантюрист. Может, рыбы хотя бы будут.
Блин, вылазит ошибка и все тут. Уже второй раз за день ошибка. Вчера вообще ошибок не было. Что-то не очень стабильно все работает. Так, ну рыбов нету. Рыбов нету красивых. Только показывают. Как тут мрачно. А, во-во. Ай, блин, двух сразу зарезал. Или нет? Так. Где рыбы? Где-то там я видел рыбу, вон, хорош. Да чтоб тебя, чертова корыта. Ну-ка, если на берег вылезти, можно фонарик увидеть? Ой, фонариком подсветить. Что тут у нас? Ага, тут нападение будет. О, металлолом. Так, волны. Я уже отсюда вижу. Создать дробовика не будет, нету. К винтовке, наверное, сделаю. Хотя винтовка, ну там тройной урон. Пока что тут только... волны. О, патроны. А, это чемоданчик сработал. Отлично, 5 патронов от чемоданчика. Уходит в зрительский зал, ко мне точнее, к участнику. Отлично, чемоданчик работает. То золотой чемоданчик с этими своими песта. Волна, кинжал. Порох, отлично, порох. Так, теперь у меня есть вариант для дробовика сделать патроны, либо же для винтовки. Либо же для пистолета, но там только на один хватит. ПМ. Создать. Так вот сделаю. А потом подумаем. Кинжал, вода и обелиск.
Ну или что-то похожее на обелиск. Тут у нас сокровище должно быть где-то. Ага, закрыто. Надо через этот пройти. Ну я уже понял. Ага, видите, тут еще один. Ага, подождите. Я понял, вот так вот. Наверное. Вот как вариант. Там три нужно. Вот волна, два кинжала по бокам. Волна, два кинжала и два обелиска. Так. Не, именно два обелиска. Они боком должны быть. Типа вот так вот, что ли? Как вариант. Вон. Волна. Волна. Вот это, наверное. И вот. И вот это вот. Окей, все. Изи, изи. Ой, хорош. Песто, песто. А, блин, только одни песто. И патроны для винтовки, конечно же. Ой, и сокровище. Или нет, что это тут? О, С. Шестигранник С. И голова богохульника. Что тут у нас? Рубин. Ну это, кстати, та же самая локация, плюс-минус, когда вот это вот, если не сразу же ехать на остров, ой, на берег после битвы в оригинале, а поехать, ну, поплавать вокруг, по озеру, то можно вот в секретную локацию к этому заехать, к торговцу. У него такое же было, такая же хата была. Так. Мне сначала можно сюда каменный постамент забрать. Что-то, может быть, интересное будет. Подождите, только где оно? Вот там вот. А нет, тут туннель. Сюда вот. Да, сюда. Надеюсь, тут же никого не будет. Какие-то цепи. Засады не будет. Головоломка. Только без головы. Ну понятно, тут их надо двигать. Как в замке было. Угу. Пазл, типа пазл. Так. Ой, как же долго я тут буду сейчас возиться. Так. Так. Угу. Угу. Так. А нет, смотрите, вообще легко. Я думал, буду сейчас тут по... Порочный идол? А чем он там порочен? А или он там лапками что-то стручок свой дергает? А ну-ка. Это у нас, да. Золотой слиток. Маленький золотой слиток. Можно продать торговцу. Порочный идол. А нет, он не дергает ничего за стручок. Жутковатая статуэтка из чистого золота. А просто... А почему тогда порочный идол? Типа, да нет, его не надевается никуда. Да и не засовывается тоже. Почему он порочный? Потому что он золотой. Я только поэтому могу предположить, почему он порочный. Потому что много золота потратили на безвкусицу. Хотя выглядит прикольно. Типа покемон, черт побери.
на собачек этих. Так, прежде чем ехать за ключом и получать по горбу, я точно получу по горбу. Надо сгонять. Мне показалось, или то коряга была в воде, или рыба. Блин, ну это корыто поворачивает, просто офигеть, как круто. Маневренность реально корыто. Там плавала рыба, мне показалось. Или коряга. Где-то здесь. Или чуть раньше было. Ай, ладно, фиг с ним. Фиг с ней, коряга это или корытом. Ой, коряга или чем там еще было. Фиг с ней. А, в первую очередь сохраниться. С этими вылетами надо сохраняться. Хорошо, что тут автосохранение, кстати, когда... Посмотри. Когда выходишь, есть. Это вообще бред. Эти вылеты сраные. Наверняка что-то понравится. Конечно, понравится. Базука за 160 кусков. 100, мать... О, кстати, максимальное улучшение. Итак, есть? Чем я могу тебе помочь? А, нету. А когда оно будет? Улучшить и починить о, предметы. Друг, что может быть приятнее, чем переделать... А, то есть я чуть-чуть его поцарапал. Смотрите, там повреждение прям очень маленькое. И 1000 песта за починку. Не-не-не-не-не-не-не. Так, продать сначала золотой слиток. Камон. Это. Драгоценности не пригодятся тебе в городе. Да-да, я понял тебя, мужик. Я тебя понял. Роскошный браслет. Продать, не продать его. 46 кусков получится. Рубин. Кухонный нож. Жалко, там гранаты и флешки нельзя улучшать. Было бы прикольно. Ну, имеется в виду, конечно, с расходниками или только за бабло. Что-то вроде там прикрепить возможность еще раз. Там двойной флеш или, я не знаю, там флеш со взрывом. Угу. Желтая трава. Сколько? Вот 10 тысяч, да, стоит. Аптечка чуть меньше. Куриное яйцо. Ну и брелки. Роскошный браслет. Я просто не знаю, Александрит оставить. Хотя зачем? Да и фиг с ним. 58 тысяч. Куплю по высокой цене. Что там у меня, дробовик? Я вот не знаю, ножик дальше 10 чуть-чуть. Хорошее оружие. Ну, пистолет хорош. 2,10. Это 2 выстрела. Это, считай, первоначальный дробовик. Или винтовка. Вон почти... 2,50, но винтовка тройной урон наносит. А у него просто. Можно установить ложу для... Ну, это приклад. Это очень мощный пистолет, но у него сильная отдача. Можно установить ложу для Red 9. Но это отдельно ложа. И вот дробовик. Единственное, боезапас только, если увеличить. Боезапас 5 до 8. Все равно я более-менее верну этот... Там вроде как 90% возвращается. Что как бы неплохо. Не прям хорошо, но лучше, чем ничего. Давайте. Ничего. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Подожду. Что, это все? Что там у нас? А, TMP, нет места. У меня все товары. Позволяет создавать прикрепляемые мины из материалов М и пороха. То есть мне нужны стрелы, а потом только еще мину прикрепить. Обмен. Черный кейс повышает вероятность найти ресурс Б. Спину жутко ломит. Что поделаешь? Ложа для тень после установки снижает отдачу и повышает точность. Так в чемодане теперь надо будет его носить. А, лол, а-за-за. Лазер только для карателя из G09.
Смысл покупать его нет. Единственный красный бриллиант можно купить. Берил, простите, красный берил за 4. Розовый самоцвет прямоугольной огранки. Можно вставить в определенные сокровища. Но он перед... Нет, нет, не вижу смысл. Итак, чем я могу тебе помочь? Купить, да, все. Приходи в любое время. Хранилище только глянуть. Пистолет. Ножик можно переложить туда. У меня есть два ножичка, которых я сломаю. И порох у меня еще есть. Порох в пороховнице. Так. Небольшой менеджмент. Раз, два. Неплохой под раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рыб. Ёкарный бабай. Восемь. Еще куриные яйца есть. У меня, блин, половина чемодана занята тупо только этими... регенерацией. Места для всего остального уже практически не осталось. Так, погнали. Надеюсь, там никаких супер босс файтов не будет за ключ. Самое тяжелое станет это когда Эшли появится. Help me, Leon! Help! Опа, я чисто случайно сбил этот факел. Лол. Там ничего нет? Не, ничего нет. Так. Тут я забрал сокровища. Так, надеюсь, тут никого нет. Или не будет. Так, вопрос. Тут есть разница, куда шо ложить или нет? А ну-ка еще раз. Это и есть ключ? Да вроде без разницы, походу. Или я угадал, либо без разницы. Церковная эмблема. Так. И осмотреть. Топ. Механизмы сзади, то есть еще как диск, являющийся частью сложного механизма, еще надо будет взломать. Опа. Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Так, все, подождите. А то обод. Что она там? Фокусировка постоянно сбивается. Дрын-дын-дын-дын-дын, задний ход. Давай задний ход. Самое фиговое у меня-то патроны и... Непонятно, есть? А, я патроны много сделал для винтовки. Так, тогда надо снять, чтобы в ближнем бою стрелять. Ага, вот так вот, типа. Ну, почти как и в этом. Ага, патроны мне не дают бесплатно. Вот же ж гнида, торговец. О,
только лучшие товары. Да, тебя, а, видите, стрелять в него нельзя, пристрелить. Видишь, разработчики. Не знаю, вот так вот прицелы ставить или нет. Или все же прицел забодяжить. Есть какой-то есть задержка. Тоже. Ну, такая же задержка. Так. Окей, вперед. Нас ждет Эль Гадо. Гиганто мазафака. Эль Гиганто мазафака. Угу. Я тут все вроде пролутал. Конечно, есть и скрытые. Как оно там называется? Скрытые сокровища я узнал. Там особенно это можно информацию получить, если у тебя есть делюкс издание, то у тебя может и скрытые сокровища узнать. Да, у меня обычное издание. Обычный предзаказ. За день до выхода. Эх. Первая жопа. Да, вот автосохранение. Кострище. Ага, вон двери открыли мне, чтобы я якобы туда забежал, патроны там собрал. Якобы скрылся от Эль Гиганто. Такое, вот тебе место. Блин, как же стрёмно. Как же стрёмно первого противника такого жесткого. Думаю, всю рыбу сожру. Тьфу-тьфу-тьфу. А ну-ка. Аккуратно, так, бочком. Опа, еще не стриггерился. Лол. Так, еще не стриггерился. Ну, сейчас пойдет. Я к тому домику я же не подойду, я так понял. А может стриггериться, когда я это... Конечно, мне синеньких этих надавали просто жопой, жуй, дофига и трошки. Ой-ой, патронов для пистолета на самом деле немало дали. У меня все равно пороха-то и нет. А, лол, а-за-за. Лол, а-за-за. Так, это он закроется, если я пойду к этому, к воротам. А, нет, все. Стриггерился. Блин. Черт. Я хотел еще полутать. Да-да-да-да-да, типа лоха. Алоха. Так, ох ты ж, блин. Ох ты ж, сука. Эль Сомбреро, мать вашу. Сколько детализации у этого говнюка. Так, сейчас, мужик, подожди, я тут должен инвентаризацию провести. Подожди. Так, отлично, пистолетных патронов мне дали дофига и трошки, аптечек у меня тоже дофига и трошки. Единственное, у меня сейчас есть пороха много, можно трансформировать в пистолетные патроны, либо в дробовик. Черт побери, да чтоб выбрать-то? Пистолет или дробовик? Дробовик неплох, но надо в ближний бой идти. А пистолетных я больше наберу. Чисто теоретически. По дробовика там дадут... А, я все равно дробовика не сделаю.
Зато пистолетных 79 у меня уже есть, и я много наклепать могу. И место чуть освободить. Что сделать? На одну пачку можно сделать. Давай, может пистолетных поможет. Так, у меня пистолетных получается 100, почти 110, даже, да, почти 110, 112 штук. Но сейчас надо в первую очередь пистолетом фигачить. Есть еще гранаты. Блин, как же стрёмно. О, да я попытался увернуться. Надо было через ноги бежать. Ух, хорош. Да блин. Я не смог убежать, что. Да шо ж ты так медленно бегаешь? Ты тоже червивый. Давай. Так, ножик другой возьму. У него сколько урона? Не знаю, сколько урона. Возьмем боевой нож. Он вроде больше чуть урона наносит. А, хотя ладно. Опа! Подкрепление! Хорош! Хапай его за яйки! Он отвлекает его. Я не против. Опа. Так, 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 ты живой? Или убегает? Опа, хорош. Сдох. Не. Е, блин. Так, ну блин, опять. Так, я застрял. Блин, да пошел ты в сраку. Давай, давай, на. Все, один раз, а нож сломался. Да пошли вы. Нож, сука, сломался не вовремя. Ах ты ж, сука, блин.
Да я нажал Е! Куда... Сука, блин. Вы издеваетесь, что ли, да? Все, сдох. Ты, гнида, сдохла. Мог бы сэкономить пару аптечек. Тупо нажимал же увернуться. Это было опасно. Согласен. Так. Нужно идти к церкви. Мне, блин, собака очень сильно помогла, а то было бы вообще жопа. Так, вопрос. Не, мне надо вернуться, ребята, рили. Уж извините. Так, сейчас. Я должен прям вот здесь вот засейвиться. Чтобы игра не вылетела. Так. Сохранится быстро. Хорош. Все. Фу. А то игра вылетит, это будет вообще, блин, шикарно. У меня тут максимальный хардкор с вылетом игры. Просто с вылетом игры. Ой, как портуронов навалили. Ой, как тут просело-то у меня, смотри. Просто. Ну, были патроны пистолетные, не стало взять. Так, ножик есть еще один. Ну, по крайней мере, жизни чуть-чуть себе больше сделал. А вот яичко использую. Сюда гранату. Сюда этот. Вот этих вот, блин, много. Рыбешек. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне надо было вместо яиц 2 рыбехи съесть. Тогда больше места освободил. Как вариант, можно купить пистолет-пулемет еще. Хотя, ладно, пока что не буду. А может, нужно? Максимальное улучшение. Привет. Нельзя сделать. Привет. У тебя, мужик? Итак, пистолет. Чем я могу тебе не, помочь? Нельзя. 6 слотов займет ПМ. 30 патронов, тебе 50. Деньги или жизнь? Да мне выбор. Все важно. И бабло, и жизнь, и все. Все. Так, 6 ячеек, а пистолет, пулемет 10 тысяч стоит. Халявный, ну почти халявный. За 10 кусков 30 патронов сразу будет. Чем... Ай, ладно, пока что не буду. Просьбы, прежде чем идти дальше. Ага, то есть надо все задания выполнить, прежде чем идти дальше. Потом эти задания не будут, поручения. Но я вроде все нашел, или не все. Я все, походу, в этой локации нашел поручение. Так, я добыл желтый аметист, да? Желтый алмаз, который нормально стоит. Ну, блин, 7000 с алмаза. Тогда за него вроде 30-ку вообще давали. А там он разрушил. Или можно пройти? Можно. Опа, нормально тут он поживал. Это что? Хроника вскармливания. 6 месяцев. У него едва прорезали зубы, но он уже тащил в рот все, что попадается на глаза. Он еще умеет ходить, но уже заглотил... А, не умеет ходить, но он уже заглотил целиком собаку. 9 месяцев. Он уже больше меня и продолжает расти. Здание ратуши стало для него слишком тесным. 10 месяцев. Продолжает расти даже после переезда в рудник. Съедает целую корову всего за 3 дня. Размахивает самой большой киркой, словно веточкой. Чуть не сожрал мужика из деревни. Ему мало еды. Коров почти не осталось. Такими темпами вся деревня сдохнет от голода. Мы обратились за помощью в замок, и они усыпили зверюгу с помощью заклинания. Надеюсь, он теперь не скоро проснется. Ага, он тут типа дрыхнул. Нормально он тут
отожрался. Смотрите, сколько тут коров сожрал. Жеробас. Эль прожорливая скотина. Ночью просто встал пожрать. В холодильник зашел и заснул там в холодильнике. Опа. Где? Ты где? Ты где? Давайте я поглажу за помощь. А, вот ты где. Я сразу тебя не увидел. Нельзя погладить? Это из Dark Souls вылез пес. Жалко, меча ему не дали. Интересно, скин ему сделают там, чтобы он с мечом ему по пятке фигачил. Но я понял, нельзя стрелять. А если так? Так, почти 20 патронов к дробовику, винтовки 25. И пистолета еще дофига осталось. Считайте, все, что было перед боем, то я и сохранил. Кроме аптечек, все просрал. Ну не все, но нормальное количество аптечек я просрал. Так, а куда, в какую сторону-то идти? А тут вроде без разницы. Ну, тут нормально такое строение зафигачили. Блин, доски ходят ходуном из-за ветра. Блин, иногда... этот контраст фигачит, яркость, что вырви глаз, ни черта не видно. Мне еще тут свет в окно фигачит, вообще шикарно. Так, надо сюда не вернуться, а вот сюда, да, чтобы забрать вот это сокровище сверху. Леон, help me, у меня уже голова начинает болеть. Она, надеюсь, как этот Элизабет хоть чем-нибудь поможет мне. Или полная задница. Опа. А, это топ. Бежим, бежим отсюда. Пошли вы в сраку. Я обходным путем пойду. Прибежали, блин, скотины. Но они все равно прибегут обратно. Ну, черт побери. Так, что это? А, фотография. Тут не открыть, ключа нет. Открою дверь, меня сожрут сразу же. Хе-хе, блин, так, я сохранился, можно попробовать. Назад. О, прям под дверью скотина. Блин. Да ты, скотина, отсюда уйдешь, чтобы я вышел нормально. Ага, все. Фу. Сзади. Не чисто. Так, отлично. Что тут у нас? Порох. Ошибись. У меня как раз тут вот этот есть. М. Пороха 3. Псина одна была? Вроде нет. Так. Так, так, так. Блин, снайперский прицел.
так себе сейчас. Телеги нет. Надо отступать будет. Так, вперед, головоломка, блин. Хыть! Да-да-да. Типа головоломка или нет? А, нет. Странно, я думал, еще головоломка будет. Но нет. Так, тут у нас сокровище есть. Ага, на третьем этаже где-то. На крыше, что ли. И шкафчик. И в шкафу сокровищ. Открывай, Леон. Эшли Грэм, я хочу помочь. Да все хотят ей помочь. Поддержать за попец. Поищите Эшли в церкви. Да без проблем. Так, винтовка, порох. Хорошо. Оп. Синяя ручка регулятора. Синяя ручка регулятора. Осмотреть. Вдавливается, понятно. Тут ничего нет? А, есть, есть. Не зря. О! Ну все, теперь надо покупать ПМ. Что у вас? Забайтили на покупку. Теперь-то придется покупать. На халяву-то патроны дали уже? А, кустик. Угу. Так, сейчас только одну рыбу надо жрать. Напоститься буду рыбой только. Никаких яичек. Там одно яйцо есть, но никаких яичек. Только рыба. Оп, тут что-то было. А, трость. А, еще и стрелы на халяву дали. Да вы издеваетесь. Типа еще арбалет покупать. Да что у вас? Или продать их? Угу. Ну, классная загадка. Помню, помню ее. Так, ручка переключателя. О, маленький ключик. Так, в сраку загадки я отсюда валю, ребята. До свидос, пока. Все, спасибо, Эшли, до свидания. У меня теперь есть супер ключик. Ахаха. Ну, можно было открыть и потом, наверное. Но на всякий случай сейчас откроем. Так, подождите. Кто же его знает, когда мы тут сюда еще вернемся. Использовать. Чик. Что тут у нас? Желтый алмаз. Хорошо. Это хорошо. Там надо только таблицу теперь распечатать и смотреть, как, что там алмазы. Вроде самое дорогое — это 5 разных алмазов надо собрать. Так. Так. Короче, тут надо вот этот ручник сначала, ой, точнее, переключатель включить. Ага. Чпоньк. А с той стороны прожектор, я так понял, да? Нет. Да-да, использовать. Все, теперь можно крутить. Крутить, вертеть. Так, а вертеть, повернуть. Так, подождите. Так, мне начало врубиться. Надо создать из именно цветов. Вроде как в прошлый раз было. А, из всех частей. Так, подождите тогда.
Так. Части, части. Кручу, сижу, кручу, верчу. Кручу барабан. А на табло у нас фигня какая-то получается. Так. Или надо просто совместить как бы пазлы. Надо просто понять. Тогда это надо было просто совместить цвета, чтобы получилось вот это вот. А в этот раз надо, получается, окантовку что ли сделать. Так, это синий у нас. А если вот так вот сделать? Так вот. Я пока что не могу врубиться, что надо сделать. Во. Да, значит, окантовку надо сделать. Во, зеленую я вроде как правильно собрал. Теперь надо либо красную, либо синюю. Нет, значит, не красная, синяя должна быть. Наверное. Сейчас. Не эта часть. И не это. Вот это вот. Вот. Теперь красный надо. Так, да, окантовку надо сделать. Вот тут, сейчас. Во. Не, я понял там окантовку, что-то не понял, как это все совместить, блин. Что-то я не видел эти стыкующиеся части. Вот там увидел кусочек и за счет этого смог собрать. А то сразу, блин, не видно, какие там части к чему. Да, тут прикольно сделали. В прошлый раз оно было наоборот. Там оно как раз в центр надо было вроде собрать. Я, честно, уже не помню. Последний раз проходил 2 или 3 года назад. Так, песто. Так, вот тут дверь есть, но надо же сначала до конца аж пройтись. Что это у нас тут? Мобильный телефон. Модный, розовенький. Sony Ericsson вроде как. Сигма, гамма, фи-фи-фи. Блин. Гамма, блин. А это что у нас там такое? КЗ? Казахстан, что ли? Нет. Так. Любовь снизу. Вот так, что ли, идет, получается. Сигма. Не сигма, блин, а как оно там? Не сигма. ЕГЭ. ЕГФ. Музыкальная группа, блин, этого... Корейская. Так, получены документы. А разбитый сотовый телефон. Хроники воскармливания. Рваная кепка. Кепку. Ага. Ну, то есть вот тут вот. И вот тут будет самое интересное в церкви. Будет ли она реагировать на то, что я посмотрю у ней под юбку, или нет? Самое важное.
не стрельба в озере, чтобы тебя сожрали, а именно то, что как среагирует Эшли на твою озабоченность. Эшли Грэм, ты тут? Да! Воу-воу-воу. Не подходи. Слушай. Полегче давай. У колготки? Сочно. Я здесь по приказу президента. Куда она убежала? Зашибись. Так куда подожди ты? Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Где? Толпа. А я ПП не купил. О, у меня граната еще есть. Заблудшие агнцы сбежали. Персики. Так, они сейчас ворвутся? Спасение. Или они там на поляне? Надеюсь, они на поляне пока что постоят. Пока миссия залутает церковь. Окей, ребят. Так, не трогайте, отойдите от ворот. Это частная территория. А, законченная глава, окей. Все, четвертая глава. Done. Well done. Дочь президента. Только один бонус. 26 убийств. 0 смертей, ребята. 0. Первый раз 0. Зато 15 ранений получил. От Эль-Гиганта меньше, не меньше 3. Нет, 4, наверное. Блин, какой же кривой я. Так, печатная машинка, давай. Печатай мне прессу. Так, хранилище. Не-не-не. Хранилище. Ничего не передаю. Да, не только выбросить. Печально. Ладно. Дальше давайте. Врубайте. А или на этом остановиться? Нет, давайте. Что же нам делать? Что же нам делать? Твой отец мне верит. Поверить так, ты. Придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно. Ладно, Леон. Леон. Ну, они уже ворвались. Зашибись. Так, ковер, зачем вы пачкаете ироды? Так, ладно. Глава номер 5. Все, ребята. Глава номер 5. Продолжим в следующей серии с этого момента. Выберитесь из церкви, да, без проблем. Главное, чтобы Эшли не кричала: «Леон, помоги!» А, подождите, это не колготки, это чулочки? Не, это штаны. Да чтоб тебя, не посмотреть под юбку. Блин, провал. Ты куда? Все, спасибо за просмотр. До следующих встреч на просторах игровой комнаты в церкви. Интересно, она дергается? Какие-нибудь комментарии? Но анимация, кстати, прикольная. За руки берется такая, типа молится тоже. Ладно, все, хватит. Спасибо и до свидания. Пока.